Всем привет! Меня часто спрашивают, как и почему я оказалась в компании Atomi. На этот вопрос искренне может ответить только тот, кто действительно проделал некий путь. У кого-то он тернистый, кто-то вообще все эти годы шел не по тому пути, по которому ему бы хотелось. Как это произошло со мной? Я 15 лет отработала в одном из крупных банков России. Незадолго до этой, скажем так, круглой даты мне сообщили, что мою должность будут сокращать. Я работала руководителем сектора по обслуживанию юридических лиц. И тогда я поняла, что мне срочно нужно начать создавать финансовую подушку безопасности. Так как создалась такая щекотливая ситуация и совсем нестабильная на рынке труда. Но я не понимала на тот момент, где, как и кем я смогу работать. Меня поймут лишь те люди, которые много-много лет занимались одной профессией. Прошло 3 месяца, и я решила попробовать себя экономистом в финансовой службе на крупном заводе. Первое время, первые месяцы мне все очень нравилось. Это было абсолютно новое для меня. Ну, сами посудите, то ли банк, то ли финансовый анализ, бюджет организации. Я изучала, я вникала в новую работу. Но потом я поняла, что это не мое. Сидеть 8-9 часов практически безотрывно за компьютером в небольшом кабинете, где каждый день одна и та же рутинная работа, изо дня в день одно и то же, никакого развития. А я тот человек, который находился всегда в процессе саморазвития. Новые люди, новые характеры, новые правила, новые письма и так далее. И вы знаете, меня хватило на 1,5 года. Я так переживала и много думала об этом. Но как же так? Неужели я буду до пенсии ходить на нелюбимую работу и получать доход, который хватает, в принципе, только на исключительно самые необходимые вещи для жизни? О том, чтобы инвестировать свободные средства, откладывать детям, об этом даже речи не было. И меня, видимо, услышала вселенная. В начале 2019 года, когда я еще работала на заводе, моя сестренка Светлана предложила зарегистрироваться в компании Atomi. Моя реакция, наверное, не отличалась от реакции многих других на тот момент. И я сказала: нет, не хочу, сетевой не для меня. Мы разговаривали минут 15 на эту тему. Она рассказала мне немного о компании, когда компания родилась, каких успехов компания достигла за столь короткий срок существования и преимущества компании Atomi. И знаете, мне достаточно было услышать о нескольких преимуществах, которые я выделила для себя, чтобы согласиться. Первое – это бесплатная регистрация. То есть никаких стартовых кейсов, никаких членских взносов. Вас зарегистрировали, и вы тут же можете заходить в свой личный кабинет и делать заказы. Второе преимущество – нет обязательных покупок. То есть вы покупаете тот товар, который вам нужен, и только тогда, когда вам это необходимо. У вас не создается склад дома товаров, которые вам нужно потом реализовывать. Я говорю об этом достаточно сознательно, потому что нет, я никогда сетевым не занималась до этого, но у меня много очень близких моих подруг, которые работали в достаточно известных сетевых компаниях. И вы знаете, зачастую они звонили мне каждый месяц, причем звонили и говорили: «Олесь, слушай, может быть, тебе что-то нужно? Мне не хватает столько-то сотен рублей. Мне нужно сделать заказ, иначе я вылечу из системы». И когда я услышала, что в Atomi нет обязательств по закупкам, это
был большой плюс лично для меня. Третий момент – это нулевой финансовый риск. То есть здесь вам не нужно вкладываться. Atomy – это глобальный интернет-магазин. И четвертое, на мой взгляд, это самое такое важное, наверное, для любого человека, это наследство до трех поколений. Ни в одной сетевой компании нет такого. Это означает, что то, что я делаю сейчас, создаю фундамент, это все я делаю ради своих детей и даже внуков. Ну разве это не круто? И вы знаете, проходит месяц, мне Светлана говорит, 3 мая мы летим в Москву на глобальное открытие Atomy в России. Что? Какое открытие? И кучу вопросов, на которые Светлана мне сказала, Олеся, позже, пришли мне паспорт, я выкупаю авиабилеты. Это же моя сестренка, и я точно знаю, что ей можно довериться. И я согласилась. А дальше, наверное, моя жизнь начала меняться, и все, кто был на открытии Atomy, меня поймут. Это было действительно глобально, это было действительно масштабно. Это праздник, это обучение, это знакомство, это общение с успешными людьми, в том числе с основателем компании Пак Хан Гиль. Там я поняла, что компания прозрачная, чистая, справедливая и успешная. На тот момент уже во многих странах. И вы знаете, я вернулась домой совершенно с другими мыслями. Я поменяла свое мышление, я поменяла взгляды на жизнь, мировоззрение. А знаете почему? Потому что я пообщалась с успешными людьми. Есть отличное высказывание, и вы наверняка о нем слышали. Если ты общаешься с тремя успешными людьми, ты обязательно станешь четвертым. И наоборот. Успешный человек никогда вам не скажет, ой, нет, у тебя не получится, и все в таком роде. Успешные люди знают, что такое путь к успеху. А так говорят только те люди, которые сами никогда не пытались что-то сделать и как-то изменить свою жизнь к лучшему. В марте 2020 года я достигла уровня мастер продаж компании Atomy. Сейчас я на пути к следующему уровню мастерства. И я точно знаю, что у меня все получится. Уже получается. На заводе я не работаю. В августе я открыла офис компании Atomy. И на сегодняшний день мы открываем новый офис. Сейчас мое время расписано так, что его хватает на все. Семья, дети, дом, спорт, отдых, ну и, конечно же, на встречи с будущими партнерами Atomy. Я сама мама, у меня сын и дочь. И я, как и все, у кого есть детки, желаем прекрасной и беззаботной жизни для своих детей. И Atomy преподносит на ладони возможность каждому без исключения создать такую жизнь на 100 лет вперед. Вам только остается прийти, послушать и захотеть. Atomy – это бизнес настоящего и будущего. У каждого из нас свой путь. И только от нас зависит, хотим ли мы изменить свою жизнь благодаря Atomy. Я желаю всем добра и прекрасного жизненного пути вместе с Atomy. До новых встреч. Пока-пока.